Всем привет, ребятки! Ну что ж, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Zombie Hill Racing. И сегодня мы, наверное, пройдем игрушку, скорее всего, да. Так, давайте включим ускорителя, попробуем максимально пролететь. Так, пролетели очень далеко. Так, у нас тут какие-то гейзеры. Ага. Так, все, потратили полностью мы ускоритель. Так, давайте. О, не доехали, не доехали, ребята. Что у нас там по бензинчику? Бензинчика еще. Больше половины. А нет, меньше половины уже стало. Ёлки-палки. Да, ну хотя бы давайте поубиваем зомбаков. Хорошо. Так, наверх у нас не получилось. Мы останавливаемся и ждем, когда нас отправят в гараж. А в гараж нас сразу отправили. 1400 заработали. Что мы здесь с вами, ребята, купим? Давайте приобретем, максимально сделаем оружие. Так, у нас остался двигатель, остался у нас цистерны. И трансмиссия еще не прокачана. Ну что ж, прокачаем, ребята. Поехали. Посмотрим. О, я забыл, что здесь надо нам сразу включать ускорение. Ладно. Я думаю, проедем. Патронов у нас максималочка. Патрончиков много. Зомбаков мы с вами, ребята, гасим, гасим, гасим. Так, вот этих не получилось, они убежали. Ладно, отправимся вперед. Что у нас здесь? А, здесь у нас, ребята, опять-таки коробочки. Зомбарики на воздушных шариках. Так, давайте немножечко ускорение включим. О, полетели, полетели. Так, всех зомбарей сейчас уничтожим. Так, ну, в принципе, едем быстро. Так, еще и у нас бензина достаточно. А, все, кончилось, ускоритель кончился, ё-моё. Ладно, сейчас попробуем. Доедем или... А, ребята, мы доехали с вами, представляешь? Все, завершили этап. Офигеть. 2800 заработали. А, смотрим. Вы завершили все текущие этапы. Больше уровней разработки. В то же время вы можете выбрать и повторить любой этап, если вы можете сбросить весь ваш прогресс в настройках. А, вот так, значит, да? Вот так они, значит, решили. Ладно. А играть мы, в принципе, можем. Да, ну давайте. Давайте тогда полностью прокачаем машинку. Сколько у нас тут еще? Прокачка же есть. Вот. Ну давайте тогда. Хоть мы и прошли всю игрушечку с вами, ребята. Мы можем еще кататься. У нас еще куча денег. Поэтому мы эту тачку с вами прокачаем полностью. Полностью. Так, а ну-ка спустились и погнали вверх. Вперед. Так, сейчас будем прокачивать тачку. Прокачаем полностью машинку. И посмотрим, как она будет у нас в полной прокачке. Ё-моё, подняться не можем, представляешь? А ну давай, давай, ускоритель. А, слишком медленно. Давай, 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 давай. Поднимаемся. Есть же бензин, ребята. Ладно, давайте, пошлите в гараж. Денег нам 1600 заплатили, а в итоге у нас будет около 5000. Неплохо. А, давайте прокачаем двигатель. Все, двигатель на максималке. Играем дальше. Будем, ребята, ждать тогда, если в разработке. Ну, я не знаю, через сколько времени они разработают. Но, как мы видим, они разработали достаточно-таки много вещей сегодня. Сегодня-завтра они, я думаю, в течение недели, это точно они что-нибудь, ребята, уже улучшат. Будет новый автомобильчик, а может быть даже несколько. Я думаю, так. Ну, по крайней мере, один автомобиль они точно сделают. Все, давайте подождем немножечко в гараж, вернемся. Нам все равно-то прокачивать машинку надо. А, тут достаточно такое все дорогое, мы ничего купить не можем. Ладно, поехали дальше. А может быть мы всю трассу пройдем? Давайте, ребята, попробуем проехать всю трассу. Почему бы и нет? Так, ох ты, нифига, как мы застряли там. Так, ребята. Так, ускорение работает, все хорошо. Все хорошо, все отлично. Вот этих всех зомбаков мы сейчас с вами зафигарим, зафигачим.
Так, слишком медленно написано, но ничего. Сейчас у нас есть еще ускоритель немножко. О! Так, половину пути мы проехали, а бензинчика еще достаточно-таки много. Ой-ой-ой, давай-давай-давай. Так, ускорителя нету, там машинка застряла наша, что делать? Все. Все, кино не будет. Останавливаемся. А, нет, проехали. Проехали. Хорошо. Так, это у нас середина пути, даже больше, чем середина. Так, хорошо. Может, если мы сейчас еще раз пройдем, ребята, нам кучу денег дадут. Куча денег. 1005. Это хорошо. О-о-о! Давай, давай, машинка. Да ё-моё, ну не застревай ты на вот таких мелочах. Пожалуйста, пожалуйста, не застревайте. Так, вот у нас босс первый, второй босс. Все, этап завершен. Сколько денег? А 2900, а почему не 5? 2900 же давали. Так, итого 4300 у нас. Давайте купим трансмиссию. Так, все, больше денег нету. Поехали. Покатаемся. Так, здесь ускорение нужно. Так, хорошо, ускорились. Ну, чуть-чуть мы добавим сейчас. О, так, и будем стараться, пока ускоритель не пользоваться ускорителем. Потихонечку, сейчас поедем, понемножечку, не спеша. Сюда нам кто-то мешает, зомбари. У меня патронов для вас есть еще много. Поэтому вы не думаете, что патронов у меня на вас не хватит. А все хорошо и хватит. Так. Когда там уже приедем? Ай. Так, все, ускоритель закончился, ё-моё. Так, коробочки. Ну нормально, двигатель прям. Хорошо прям так дает ускорение. Так, ну как бы, когда мы с вами взлетаем, давить на газ смысла нету. Машина в воздухе просто колесами крутит и все. Поэтому мы ускориться не можем. Так, вот главарь. Вот второй главарь. Хорошо. Сколько нам денежек-то дадут? 4 зомбака мы не добили, где-то они бегали. 2900 заплатили. А, мы еще, знаешь, ребята, сейчас возьмем трансмиссию максималочку. Так, на бензин нам чуть-чуть не хватило. Мы даже тачку полностью прогнали, прокачали. И даже я попробую немножко денег заработать. Чтоб, когда у нас дадут новую машинку, у нас, ребята, будут деньги. Денюшки. Да, плохо, что нельзя тачки другие выбирать. Мы же, в принципе, всю игрушку прошли. Вот, если бы нам давали тачки, то было бы интереснее играть. Так, что-то мы тут застрём. А, давай-давай, все, ускоритель. Ускоритель официально закончился, но бензина еще много. Сколько будет бензина, если мы вообще сейчас полностью бензобак с вами купим, а? Так, тут нет возможности нам проехать дальше. Застряли, и идет к нам зомбарь, который что-то упал, непонятно почему. Так, 1500, ну хватит на купить один бензобак. Да, остался еще последний, ладно, мы его сейчас докупим, поехали. Докупим бензобак, и у нас будет полностью все куплено. О, видишь, у нас максимально машинка 120 км в час едет. Так, здесь надо аккуратненько. Ускоряется прям таки неплохо. Трансмиссия у нас полностью куплена. Двигатель полностью у нас куплен. Осталось еще один раз бензобак купить, и наша тачка уже полностью будет прокачана. Поэтому уровень этот пройти будет раз-два и плюнуть. И готово будет. Так, проезжаем вот это место. Еще куча бензика у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Это вот тут не надо нам. Спасибо. Гейзер. Все. Так, а здесь вот это сейчас проезжаем. Вот это место. И мы, считай, выиграли. Ой-ой-ой-ой. Вот гейзер, да, вот он, по идее, помогает, но бывает, что он очень сильно нам, ребятушки, мешает пролететь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Все, машинка странно себя ведет. Ладно, поехали, тут немножко еще проехать-то надо. Надеюсь, нам хватит мощи. Так, есть, вот он, один главарь и второй. Которого мы с вами взрываем и выигрываем. Проходим миссию. Посмотрим, сколько зомбаков мы убили. Минус 7 зомбаков еще можно было убить. Нифига себе. Ну, давайте тогда прокачаем тачку полностью. Бензик. Все. И у нас 1588 монеток. Это мало. Давайте еще заработаем. Что когда откроют новую машинку, у нас хотя бы деньги были. Хотя бы немножко. Так, ну, здесь, в принципе, весело. Можно так вот проходить, ускоряться. Опа. Так, бензина прям очень-очень, ребята, много. Так, будем стараться всех зомбаков уничтожить. С воздушных шаров вот этих тоже можно давить их. Патронов много. Патронов много, и мне патронов не жалко. Давай-давай-давай, машинка. Так, а что это мы здесь встали? Остановились. Так, зомбарики, не мешайте нам. Мы едем дальше. Нам нужно пройти. Выиграть. Так, мешает вот этот, смотри, гейзер. Машинку постоянно крутит. Ладно, давайте подождем немножко. Вот здесь постоим. Хотя, слишком медленно написано, но машинка наша на гейзере крутится. Все. Поставили мы машинку и подождем немножко. 1500 мы заработали. А, на пусть эти деньги тут останутся, 3000. А мы с вами посмотрим на карту, ребята. Вот, скоро будет новый автомобильчик. Он... я даже знаю, как он выглядит. Это пожарный автомобиль, пожарная помощь. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 автомобилей всего лишь, да? Но еще какой-то будет Steel Pass. Я не знаю, что такое Steel Pass. Скоро будет. Ну вот столько мы машинок, ребятушки, с вами открыли. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и передавайте приветы. Всем пока-пока!